Ежедневно в Химках выходят на линию 172 автобуса. Каждую ночь машины должны заезжать на мойку для очистки как кузова, так и салона. Но порой и этого бывает недостаточно. Теперь жители сами смогут проконтролировать чистоту в салоне общественного транспорта. Это стало возможно благодаря акции «Чистый автобус», которая стартовала во всех городах Подмосковья. Акция «Чистый автобус» — это своеобразная система онлайн-контроля со стороны наших пассажиров. Активное взаимодействие с пассажирами позволит сделать наш транспорт комфортнее и лучше для всех. Для того, чтобы сообщить о ненадлежащем состоянии общественного транспорта, можно позвонить на горячую линию или же написать на официальный аккаунт АО «Мострансавто» в любой социальной сети. Пассажир в заявке должен указать остановку входа, направление движения, маршрут автобуса и время посадки в автобус. Также желательно запомнить госномер автобуса, чтобы быстрее провести проверку. За первый день ВТП уже дважды успели обратиться жители. Химчане положительно оценили новую акцию. Замечательно, чистота, это вообще здорово, особенно в автобусе, в общественных местах и в наше время. После того, как обращение будет зафиксировано, салон должны отмыть и после прислать фотоотчет о проделанной работе. А по итогам акции Мострансавто оценит эффективность работы каждого филиала.